Добрый вечер. Очень рады в третий уже раз играть в клубе Алексея Козлова. Очень благодарны организаторам клуба, администрации сегодня ночью. Ради того, чтобы этот концерт состоялся, клуб переехал с первого этажа на второй. Спасибо вам огромное. Здесь уютно, здесь прекрасный звук, и мы очень рады, что все здесь все-таки сегодня собрались. Очень душевно и легко играю для вас. Следующая композиция — «Солнечная ладья». Thank you.
Спасибо большое. Хочу начать представлять участников нашего коллектива. Открыл этот концерт. Прекрасная часть нашей группы. Владислава Якупова, Билла. Следующая композиция две. Это будет сюита. Первая часть называется «Южная сторона ветра», а вторая – «Дождь».
большое. Хочу представить еще одного участника нашего коллектива. Андрей Коваль, безладовая бас-гитара. А следующая композиция посвящена нашей основной на этом концерте теме. Она называется «Птаха». Thank you.
сейчас, пока мы немножко перестраиваем инструменты, Владислава Якупова немножко вам о них расскажет. Начну я с инструмента под названием бансури. Она звучала в предыдущей композиции, точнее, ярко передавала характер птицы. Называется бансури. Название происходит от слияния двух слов. Бан. Правильно, Андрей? Бан? Банс. Банс? Банс. Это тростник. Сур – это звук, да? Сур – звук. У нее имеется 6 отверстий для пальцев и одно отверстие для вдувания воздуха. Это индийский инструмент. Этот инструмент стал популярен благодаря таким музыкантам, как Пандит Хари Прасад Чаураси. За мной не видно, но там скрывается тоже очень интересный инструмент, и тоже индийский. Называется он табла. Это перкуссионный инструмент, состоящий из двух барабанов, из большого барабана и маленького. Никогда не разделяются эти барабаны. Он отличается виртуозной, точнее, изощренной игрой на нем и мелодичным звучанием. Очень популярный в современности в Индии инструмент и относится к северной традиции Индии, которая называется хиндустани. Северно-индийская традиция, подсказываю тут. Играю с этими инструментами давно, но не все четко знаю про них. Да, ситар. Вы видите его, он вам виден больше всех. Это, наверное, самый сложный из наших инструментов. Он состоит из 6-7 игровых струн. И что самое интересное, в нем кроется, это струны, которые не видны на поверхности, они чуть ниже за игровыми струнами. Они резонируют и создают вот это волшебное звучание, неповторимое, которое присуще именно этому инструменту. Используется для классической индийской музыки. Теперь не только. Интересно то, что он играется... Играется медиатором, который по-индийски называется мизрап. Вот вызвала трудность вспомнить именно русское слово, потому что мизрап — это само собой разумеется. Мизрап выглядит очень необычно, он не похож на все остальные медиаторы. Это, ну, если так можно выразиться, тоненькая изящная проволочка, которая надевается на указательный палец. Иногда Сергей его носит на безымянном пальце. Путает всех девушек, они думают, что это обручальное кольцо, но нет. Ситаром. Спасибо. Следующая композиция называется «Сны наяву». Thank you.
Спасибо большое. Сейчас у нас небольшой технический антракт на 5 минут. Первая композиция называется «Внутренний огонь». Thank you.
Хочу представить еще одного участника нашей группы. Андрей Демиденко, фортепиано, вокал, флейта, сопрано. А следующая композиция появилась у нас в репертуаре относительно недавно. Уже чувствуется дыхание зимы. Она называется «Зимняя история». Thank you.
Следующая композиция, может быть, многим уже знакома, «Сердце моей земли». Thank you.
Поприветствуем нашего удивительного ударника Кирилл Паренчук. Следующая композиция посвящена ночному морю. Она называется «Баркарова». Thank you.
Спасибо большое. Мы завершим концерт двумя композициями, которые сыграем слитно. Первая называется «Пять свободных лошадей», а вторая «Мне снилось море». И можно гитару чуть-чуть в монитор прибавить. Thank you.
Спасибо. Спасибо огромное. Я хотел представить главного вдохновителя и руководителя группы Сергея Корниенко. Ситар, гитара. Автор многих композиций. Спасибо. Спасибо большое. Очень душевно, очень тепло. Спасибо, что вы все пришли и этот вечер провели вместе с нами. И хочу пожелать всего лучшего в будущем клубу Алексея Козлова, замечательному клубу, который организовывает удивительные концерты. Скоро, надеюсь, что клуб найдет новое место, и мы будем снова рады видеть всех вас. Спасибо. Прекрасный звук сегодня существует для вас благодаря Арсену Степаняну. Он за кадром, но без него не было бы такого звука. Спасибо ему.